Скорость. Каковы ее притязания на современного человека? Все мы испытываем давление скорости. Она, с одной стороны, дарует некоторую успешность, и мы становимся успешными, авторитетными, мы всех обогнали. С другой стороны, она что-то за эту успешность непременно попросит взамен. Поговорим о скорости в нашей передаче «Просто о вере» на телеканале «Самара ГИС» в понедельник в 19:30 вечера.